Магазину «Палас» в 2017 году будет 5 лет. И, говорят, он удивляет. Чем? Узнаем. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Удивите? Конечно. Проходите в магазин. Пойдем. На сегодняшний день у нас здесь представлено огромное количество ламината, эксклюзивных напольных покрытий, паркетная доска, пробка, бамбук. А вот специалист этой секции. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас проверим, какой вы специалист. Сколько здесь позиций ламината? На сегодняшний день в секции насчитывается больше 212 видов ламината. Кроме этого, 70 видов паркета. И также есть отличный эксклюзивный вариант – бамбук. Новинка – ламинат из Германии «Аква Плюс». Его даже можно класть в ванной комнате. В ассортименте товары компаний из Германии, России, Бельгии и Беларуси. Что касается цен, они демократичны и доступны. Для тех, кто решил сделать свой интерьер незабываемым, обязательно загляните в отдел, где находится одно из самых популярных напольных покрытий. Речь идет о линолеуме. А, Станислав, что удивительного у вас в коллекции? А у нас в коллекции много чего удивительного. Присутствует у нас в наборе сербские и бельгийские модели. В бельгийских даже очень много фишек есть, очень замечательных. Такие, как вот антибактериальные свойства есть линолеума, также присутствуют. Он не пахнет? Абсолютно нет. Он абсолютно безвреден и безопасен для детей, для животных, для всех окружающих, скажем так, в квартире людей. Удивил. Удивляет и компетентность консультантов магазина, и количество товаров – порядка 20 тысяч. А гибкая ценовая политика дает возможность совершать в «Паласе» покупки выгодно. Еще один плюс – вся продукция сертифицирована. Площадь магазина «Палас» в Могилеве около 2000 квадратных метров. И особое место здесь занимает секция ковров и ковровых покрытий. Эта секция – наша гордость, так как на сегодняшний день в регионе больше представленности ковров вы не найдете. Здесь более 1000 наименований. Здесь тебе и ковры с высоким ворсом, и со средним, и с плоским. Их еще называют циновки. Коллекция ковров из натуральной шерсти тоже впечатляет. Особенно привлекает к себе внимание ковры, которые будут отлично смотреться как в детской, так и молодежной комнатах. Что касается географии стран производителей ковров, он в «Паласе» внушительный. Здесь вы найдете ковры из Бельгии, Молдовы, Китая, Беларуси, Турции, Индии и Сербии. А еще в магазине «Палас» можно встретить самую настоящую цаплю. Ну, почти настоящую. Она расположилась перед секцией, где представлены светильники, люстры, торшеры, бра, настольные лампы, плафоны и абажуры. В общей сложности более 1500 позиций. Здесь есть светильники для любого интерьера. С их выбором помогут продавцы-консультанты. Например, если у вас низкие потолки в квартире, вам посоветуют светильники со светом, направленным вверх. Они визуально приподнимают потолок. А если высокие потолки, тогда вам подойдут светильники со светом, направленным вниз. Не менее впечатляюще выглядят секции, где представлены обои. Их здесь более 1100 видов. Эти молодые люди хорошо, с выбором магазина точно не ошиблись. Есть что выбрать. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, зачем столько обоев? Так это на всю квартиру? Ну, рада, что сюда приехали. Ну, выбор, во-первых, хороший. Хороший. Именно так можно сказать о магазине «Палас». Отличный товар, доступные цены, безупречный сервис и выгодные условия покупки. «Палас» удивляет.